Знала. Знала, что ты вернешься. Ведь боишься. Ненавидишь и боишься меня. Аж поджилки вон трясутся. А тебе и надо меня бояться. Замолчи. Женя. Женя, откройте мне. Женя, пожалуйста, откройте. Войдите. Барышня, там к вам пришли, ко флигелю. Просит, чтобы вы вышли. Здравствуйте, Анна, вы меня помните? Конечно, Лиза. Почему же вы через парадную не вошли? Ну, чтобы вам уж после с родными не объясняться. Горе у меня, барышня. Подруга моя, Женечка Григорьева, пропала. Как пропала? Ушла вчера днем, и нет ее до сих пор. А она тоже? Да, из заведения. Может быть, она заночевала где-то, задержалась? Она вчера меня жутко напугала. Говорит, если завтра утром не вернусь, Лизка. О, мадемуазель. Je vous demande pardon. Не ожидал. Никак не ожидал. Если, говорит, утром не вернусь, Лизка, поставь за меня свечку за упокой моей души. Вы же можете узнать, жива моя Женечка или нет. Вы уж помогите, барышня. Ну, хорошо, я постараюсь помочь. Я заметил, как она выходила из заведения маманы. И не удержался. Она меня увидела уже здесь, на лестнице, и попросила уйти. И вы покорно ушли? Да, я пошел домой и лег спать. А зачем же сегодня вернулись сюда? Я ужасный сон увидел. Почувствовал, что Женя нехорошо. Вернулся и вот нашел ее здесь. И часто у вас такие сны? Что? Здесь оставайтесь. Здравия желаю, возьми. Чего же не суемся? Ежели ищем, кого поровью облавы устраиваем. Ну, а так-то, конечно, место неблагонадежное.
Да. И место неблагонадежное, и публика мерзкая. Хозяин сказал, что комнату покойная вчера сняла, как стемнело. Всех постояльцев допросили? Так точно, но никто ничего не слыхивал. Или говорить не хотят? Оружие убийства уже ищем. Велел все вокруг дома облазить. Сомневаюсь, что найдете. Ну, что я хочу сказать. Смерть наступила, очевидно, 9-10 часов назад. Причем жертва не сопротивлялась. Или сопротивляться не могла. Скорее всего, это результат действия морфина. Да-да, морфин. А какова была доза? Эх, Патанович, какая бы доза ни была, причина смерти очевидна. Очевиднее некуда. Ульяшин, припроводи-ка студента в участок. Слушаюсь. Пусть посидит, подумает, может, вспомнит чего. Интересно, что же привело тебя сюда? Кто там? Моншар, у тебя были гости? Пропала одна девушка. Это ее подруга приходила? Да. Я пробовала вызвать ее дух, но ничего не получается. Такое чувство, что словно что-то мешает. Как будто она сама не хочет, чтобы я ее тревожила. Ну, значит, она жива. Значит, жива. Я что ли на участок? Спрошу, не заявлял ли кто об этой девушке? Здравствуйте, мадемуазель Жолдина. Будьте любезны. Я бы хотел увидеть Аглаю Львовну. Да? А она еще не выходила. Я могу распорядиться вместо нее? Чего вы желаете? В какой комнате проживала мадемуазель Григорьева? Проживала? А что с ней? Убита. Платоныч, что-то случилось? Ваша подопечная, мадемуазель Григорьева, убита. Комнату ее покажите. Сюда пройдемте. Женечка часто ездила на могилку к своей матери. Я ее отпускала. Я, знаете ли, относилась к ней по-особенному. И что ж такого особенного в ней было? Позвольте полюбопытствовать. О, от нашей графини многие голову теряли. Но она никогда не стремилась вырваться отсюда. Отчего же? Знаете ли, вкусила тяжелой жизни. Она всегда была роковая. Денег при ней совсем никаких обнаружено не было. Да? Но она этим не была обделена, поверьте. Самая дорогая девочка моя. Вы всех ее гостей знаете? Последний месяц, можно сказать, что она была на содержании. Всего один гость посещал. Белецкий. Да-да, управляющий Яковлева. Это фабриканта Яковлева? Его-с. Это очень солидный клиент.
Правда, здесь он никогда не оставался, но бывало брал ее даже на 2 дня. А это не дешево. А из новеньких кто-нибудь к ней проявлял интерес? Ах, студент. Ну, конечно, студент нахаживал, часами сидел в зале. Знаете ли, такой идеалист. Боже мой, откуда такие берутся? Мать, вы говорите, у нее умерла, а отец? О нем я ничего не знаю. Женечка была из Зареченска. Это на том берегу. Точный адрес знаете? Нет. У нас здесь семейственность не поддерживается. Как съездили, Антон Андреевич? Ай, все зря. Нет в губернии денег даже обновить наш экипаж, не то что поменять. Привез прошение с отказом. Так и будем, значит, на старых колымагах гонять. Коля! Николай! Антон. Вершинин! Антош! Коробейников! Я слыхал, что ты при сыске. Задержан на месте преступления. Господин следователь велел их в участок припроводить. Вот так дела. Хорошо. Я принял. Ты свободен. Что случилось? Убийство, Антон. Необъяснимо. Что-то во сне страшное почувствовал. Прямо холодный пот прошиб. Но кто она тебе? Она работала в заведении «Маман». Здравствуйте, Анна Викторовна. Добрый день. Мне необходимо увидеть... У вас что-то важное? А то, видите ли, немного занят. Это девушка? А откуда вы знаете? О, случайно. Сам узнал только от задержанного. А кто он? Студент Вершинин, товарищ мой. Его подозревают? Надеюсь, нет. Ну что? Что все повылазили? Господин следователь ко мне пришел. Быстро по комнатам! Подождите, Аглая Ивановна. Я хочу с девушками поговорить. Скажите, над ней сильно издевались? Они Женечку по дороге схватили. Кто-нибудь знает, с кем она могла встречаться на Малой Купеческой? Ее гости в такую дыру не хаживали. Не гости, а знакомые какие. Если сама решила, то сама и пошла. Ничего не боялась. Женечка, она отчаянная была. Она за правду прям на рожон лезла. Глаза белые делались, а жуть. За правду ее поди и убили. За какую такую правду? А мне почем знать? Позвольте. Женечка, она не любила о своих делах болтать. Господин следователь, клиент у меня есть один. Ну, такой. Запрос у него специальный. Он тут грозился иголками тыкать. Говорит, мне любо-дорого смотреть, как тебя корчит. Вот тут Женечка интересовался. Кто такой? Жорж. Псевдоним для визитов к вам? Не могу знать. У нас не принято документы спрашивать. В последний раз, когда он был, он все за Женечку засматривался. А так он только ко мне ходит. Может быть, они это, сговорились? Когда он снова придет? Да кто же его знает? У него нет расписания. Если появится, сообщить сможете? Непременно. Только вы, маман, не говорите. Ой, что-то я боюсь теперь Жоржа этого. Ну, а что вам бояться?
Любовь у вас давняя? Он совсем сдурел. Все хуже и хуже, прямо одержимый. Издевается, как над лягушкой какой. А Женечка этого терпеть не стала бы. Значит, если появится, сразу за мной присылайте. Мне сказали, что вы здесь, и я вот. Убитую звали Евгения Григорьева. Мать умерла, а вот отец жив, возможно. В Заречной Слободе на том берегу жили, так что вы отыщите, кто есть из родственников, и опросите. Непременно. А что с Вершининым? Серьезные против него улики? Так вы что, осведомлены уже? Допросил его, вины своей не признает. Улики? Улики еще надо искать. А, я давно знаю его. Он не похож на убийцу. И это говорит насыщик. Похож, не похож? Удивляете вы меня. Да в голове не укладывается. Приятель, можно сказать, под подозрением. Благодарю. Доктор Сомов Константин Алексеевич, прошу его, как говорится, любить и жаловать. Здравствуйте. Штольман, следователь. Очень приятно. Дело в том, что доктор Сомов, я полагаю, был единственным, кто мог выписать морфин. Вы позволите? Конечно. Собственно, назначение абсолютно соответствовало показаниям. Выхода, к сожалению, не было никакого. У него уже начинались боли. Так вы лечили ее? Да, это моя пациентка. И болезнь у нее была неизлечима? Да, и она об этом знала доподлинно. В курсе были, чем девушка на жизнь зарабатывает? Меня, как врача, это мало интересовало. Я провел обследование и выявил опухоль. И сразу же ей сообщили? Обрисовал ей общее положение дел. Максимум полгода тяжелой болезни, очень тяжелой. Признаться, восприняла она это совершенно спокойно. Возможно, уже чувствовала что-то? Да, несомненно. Ну что ж, благодарю вас. Вы свободны. Значит, доктор Сомов? И что же он за птица? Он очень толковый доктор, имеет свою частную практику. Что же он в таком случае в больнице делает? Ну, так ведь наш попечитель, господин Яковлев. Он что, к нему отношение имеет? Сомов его личный семейный доктор. Вот как. То доктор, то управляющий. И за всеми господин Яковлев. Вы что, вы полагаете, что это он мог заинтересоваться девушкой? Во всяком случае, эти отношения нужно проверить. При таких-то обстоятельствах могла и на шантаж пойти. Кадети! Тоненький, миленький. Не дадите покурить? Так я не курю. Ну тогда лафиту. Ужас, как мы любим лафит с шоколадом. Ну не жмотьтесь, ну. На это я погляжу, у вас тоже нет средств. Она ж кровопийца, Паша. Тварь! Ползучий. Даже сегодня работа заставила. Ой, Лимончик наш пришел. Ну что, мы в этот раз будем, как в прошлый играть? Да, моя ненаглядная. Графиня наша даже дом Лимончик за денег убили. Я сама слышала, как маман с экономкой это говорили. А им-то что? Ну, говорят, не могла на ней сэкономить. Сама увидишь, как они начнут деньги искать. Спрячь меня, Лиза. Не поеду я больше с ним. Хоть под землю провались от него. Иди в полицию. Найди следователя Штульмана. Я пока его здесь отвлеку. Поняла? Хорошо. Собирайся, милая. Прогуляемся. Куда на этот раз? Эх,
хоть бы и в номера. Ну, не томи. Собирайся. За все уплачено. Палкаш, Лафиту, шоколаду и фруктов. А мне, как обычно. Ну, не томи. Не томи. Григорьев? Валентина? Да. Я вас весь день разыскиваю по всей Слободке, а вы вон где? В городе. Хорошо, добрые люди подсказали. А вы кто? Я из полиции, и у меня для вас плохая новость. Ваша дочь Евгения погибла. Ее убили прошлой ночью. Кто? Кто? Неизвестно, но мы ищем убийцу и непременно найдем. Да, ушла из дома. Она 12 годов как ушла из дома. Господи, ты что ж ты делаешь, а? Я ее искал, я ее постоянно искал, но я ничего не знал о ней. Простите, но я должен спросить, вы знали, что она работала в заведении «Маман»? Что? У нее был желтый билет. Желтый билет? Широкой всей артелью то туда, то сюда. Ну как я мог что-то знать, а? Скажите, что вы сейчас делаете в городе? Что? В городе, что? Что я здесь сделаю? Подряд на стройку. Я уже третьи сутки так катуюсь в этом. Скажите, а до этого вы в городе давно были? Давно. А дочь видели? Дочь в последний раз видели тогда? Тогда, в 12 лет, верно? Да? Она... Принципы свои имела. И мнение самого резкого свойства не боялась высказывать. Положим, и что? Да вот, да хоть бы полкану этому влепила. Недавно. Вот знаете, гостей из трактира вводил. Совершенно непотребных. Так она, не стесняясь в выражениях, начала его за какого-то психа отчитывать. В больницу, говорит, его надо свести, а не ублажать. Если б я только уговорил ее уехать. Не стоит брать на себя того, что не по силам. Нет. Она могла бы выучиться. И навсегда заброситься своим делом. Да, только она не верила никогда. Потому что не первый у нее такой. С романтическими чувствами. Вы, Николай, свободны. Я действительно свободен. Я могу идти? Да, я не вижу пока причин вас задерживать. Да, из города не отлучайтесь. Войдите. Господин Штольман, меня Паша отправил к вам. Ох, нет. Достанется мне от твоих родителей. Ты должна ценить такое дело, которое тебя по местам преступлений прогуливает. О да, мне страшно повезло.
Быстро прибрались. И ведь ключи выдали. Так вот, поселишься в гостиничном номере. И не знаешь, что несколько часов назад здесь кого-то и убили. Давай уже начнем. Ну что ей мешает? Ведь не просто так она возле студента явилась. Я же просто хочу помочь. Скажите, любезная, а в каком номере только что уединилась парочка? Сударь, я не понимаю. Прекрасно вы меня понимаете. Может быть, она сама не хочет, чтобы ей помогали. Такое случается. Я не знаю, что вы там себе вообразили, но у нас приличное заведение. Ежели желаете комнату... Ее смерть была ужасна. И остались люди, которые хотят знать, как это случилось. Однако, Аннет, у нее могут быть совсем другие резоны. Эти резоны нам неведомы. Что это вы думали? Боишься? Хорошо, я из полиции. И советую вам отвечать быстрее. В какой номер уединился господин средних лет с молоденькой девицей? Кто ты? Поиграй со мной. Проси. Проси. Пожалуйста. Тут уже мне знать, что вы полиция. Может быть, муж какой-нибудь ревнивый. Я Женю звала. А я ее, Женя, разве ты не видишь? Почему? Я просто... Посекачу. Они прошились в номер 6. Так это там, где убийство было? Точно так-с. Так там уже все убрали! Здесь скверно, совсем все скверно делаешь. Я всем об этом расскажу. Дверь откройте! Минуту! Вы что тут делаете, черт подери? Яков Латунович, я просто хотела... То есть? Мы хотели... Помогите! Отвяжите меня! Где он? Сбежал! Развяжите меня! Девушку развяжите. Не знаю я его настоящего имени. Ничего я о нем не знаю. Побоялась спрашивать. Как я хотела вырваться. Он озверел. Сатана есть сатана. А тут вы. Полиция, полиция. А что, если он меня на улице поджидает? Сбежал он. Думаю, больше к вам не подойдет. А если подойдет? Петр Иванович, девушку проводите. Я вас провожу. Спасибо вам. Век благодарна буду. Я сначала завезу тебя домой, а уж потом барышню. Я доберусь. Ты не переживай за меня. А ну я провожу. Честь имею. Что же вы, Яков Платонович, барышню проводить отказывались? Много чести. Не замечала я за вами этого. Высокомерие. Помилуйте, эта подопечная маман сама выбрала свой путь. Сама? Да. А был ли выбор у нее? И вы туда же. Я сегодня уже разговаривал с одним студентом-идеалистом. Перевоспитать нашу убиенную, думаю. А если бы у него получилось? И жили бы они долго и счастливо. Если бы. Вот только далеки все эти мечтания от реальности.
Вы считаете, что этот Жорж и есть убийца Жени? Выводы делать рано. Если бы не ваша самодеятельность, наверное, мы узнали бы чуть больше. Может, расскажете, кто вас вывел на это дело? Одна из ее подруг. Так я и думал. Лиза, я прошу вас, вы берегите себя. Этим маньяком может оказаться кто угодно. Вы так трогательно заботитесь обо мне. Спасибо. Да, да. Я старый, он Иван, и бессонница уже возрастная имеется, а вот ты... А что я? Девушке следует иметь цветущий вид лица. А для этого надо, ну, ложиться рано. Так, ты, значит... Да, да. Я как только барышню проводил, так встретил своего приятеля давнего, давнего. Старинного, старинного. Давнего, давнего. Вот. Как только встретил его, так мы с ним всю ночь в трактире просидели. Ой. Все разговаривали с ним, разговаривали, то да сё. И, мол, вспомнили. Ой. И... А он болтун. Ой, хуй болтун. Ужасно. Ну, человек замечательный. Прекрасный человек. А выглядишь ты... Выглядишь ты уставший. Опять всю ночь. С духами? Ну, чего ты вот себя изводишь по ночам? Вспомни лучше лицо нашего сыщика. Он же меня до слез ставил. А ангел во плоти. Спасите, помогите. А наш ребенок, он такой ребенок. Не желаете ли угостить даму Мадерою? Вообще, вообще все женщины, конечно, как дети. И как дети. Ну вот. Потому что они не хотят отвечать на взрослые вопросы. Что? Ну зачем она тогда вообще приходит? Куда? Я поняла. Она просто долго не может противиться моей воле. Поэтому она приходит ребенком. Ну, чтобы ни за что не отвечать. Дядя! Ой, ты гений! Обращайся. Я пойду посплю. Ночь тяжелая.
Горячо. Не спрашивай меня ни о чем. Я сама решила уйти. Сама. И ничего я тебе не скажу. Не тревожь меня больше. Толку от отца этого никакого. С 12 лет он ее не видел с тех пор, как она из дома сбежала. Какая несладкая жизнь. Хорошо, что он выпивший был, спьяну поплакал. Да вроде смирился. Иначе не знаю, как бы я ему сказал. И где он теперь? На постоялом дворе, что за ярмаркой. На стройке там работает. С тех пор, как жена умерла, живет бобылем, других детей нет. Надеюсь, с господином студентом все в порядке? Стреляться не надумал? Господь с вами. И с этой дорогой должен он обходить публичный дом. Это же ловушка для идеалистов. А вы, Яков Платоныч, не верите в чистые намерения по отношению к девушкам такого рода, да? Ад полон добрых намерений и пожеланий, Антон Андреевич. Все еще подозреваете Вершинина? Уже нет. Думаю, Евгения другому тайное свидание устроила. Неужели Жоржу? А может, и Жоржу, а может быть, уважаемому господину Белецкому? А вы спросили, от чего умерла жена Григорьева? Нет. Это же было 10 лет назад. Неужели вы думаете, есть какая-то связь? Прошлое иногда возвращается. Здравствуйте, Анна Викторовна. Она сама этого хотела. Евгения, она хотела, чтобы ее убили. Это вам она сама сообщила? Да. А почему она хотела, она вам не объяснила? Нет, она не хочет об этом разговаривать. Своенравные духи пошли. Ни порядка тебе, ни закона. В участках их не вызовешь. Анна Викторовна, извините. Григорьеву отправляйтесь. Ранены? Что с вами?
За нож схватился. Кто это был? Не знаю. Вам надо срочно к доктору. За что они напали на вас? Я ж говорил, не знаю. Все, идемте. День добрый. Добрый день. Чем могу быть полезен? Скажите-ка, любезный управляющий, ваш дома? Извольте, пожалуйста, за мной. Добрый день. Управляющий Белецкий к вашим услугам. Штольман Яков Платонович, начальник сетного отделения. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Чем могу служить? Я по поводу убитой девушки из заведения Аглая Львовна. Вы ее знали? Разумеется. Иначе бы вы сюда не пришли. Разумно. Часто там бывали? Случалось. И всегда забирали Евгению с собой? Не помню. Кажется, да. Доктора Сомова вы ей рекомендовали? Нет. Вот доктора я ей не рекомендовал. Уверены? Совершенно. Что ж, получается, если бы вы в действительности общались с девушкой из заведения «Маман», неужели не поинтересовались бы ее здоровьем? Мне бы не хотелось вызывать в отделение на допрос уважаемого человека, так что следствие просит от вас помощи. Я вас понимаю. Яков Платоныч. Благодарю. Здравствуйте, Яков Платоныч. Желаете отужинать? Нет, благодарствую. Милостивый государь, уделите мне минуту вашего времени. С кем Григорьева встречалась в меблированных комнатах? Я ничего не знаю! Она не была моей лучшей подружкой. Врешь. Все обо всех ты знаешь. Отстань от меня! Я увечен от детских лет! Поэтому я обнагнул в конец. Только не надо меня бить. Пожалуйста. Говори. Кто такой Жорж? Я его здесь встретила. С виду так, обычно приказной. Но иногда мелькает что-то в глазах. Такого я сразу понял. Он парень не промах. Это непростой парень. Непростой. Если бы вы знали, чем он на жизнь зарабатывает. Кто это? Некто Григорьев. Антон Андреевич, его привезли. Вас дожидаются.
Да я его и не разглядел. Там темно было и вообще не до этого. Он такой молодой, крепкий. Да вы тоже не из робкого десятка, как я погляжу? Да, сила есть пока. Почему напали на вас? Да почему я знаю? Должна же быть какая-то причина. Я человек мирный. Никого не обидел. Артель мной довольна. Не ведаю я. И никаких предположений? Да не было такого. Ну, по молодости, да, было, дрался. Что было, то было. А теперь чего уж. Я человек степенный. Ладно, а что с женой с вашей случилось? С какой женой? Я уже 10 лет как вдовец. Да вот с той женой, что померла. Так померла. От чего? Беда. Напали ночью на улице. Домой пришла избитая и померла через время. Кто напал, почему? Ну, ограбить поди хотели, а кто? Неведомо. А вы не думаете, что между всеми этими случаями есть связь? Дочь вашу убили, жену 10 лет назад убили, вас хотели убить? В чем причина? На все воля Божья. Сударыня, здесь вам не воля Божья! Платон, что тут такое в самом деле? Господин Штольман, это кошмар какой-то, пропала моя девушка, Лиза!